Данилевич, Оксаны Юрьевны, физиологически не может быть детей. Это врачебная тайна. Я не имею права об этом говорить. Вы должны меня правильно понять. Но раз я ее жених... Ну, хорошо. Это достаточно распространенный случай. Вот тут. Тут все записано. Вот, пожалуйста. Вот. 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 У нее был загиб шейки. Нет. Да нет, вы поймите, что при таком заболевании она в принципе не могла забеременеть. Кстати сказать, она приходила на днях за справкой. Требовала фактически. Ну, разумеется, такую справку я ей не дал.